А вот вы сказали по поводу будапештского формата, что встречи на один на один не будет. А это не унизительно для Киева, что Киев вынужден обращаться к старшим братьям для того, чтобы воздействовать на Россию? Алексей, мы по сравнению с большой Россией, вооруженной до зубов, в том числе ядерным оружием, проигрываем по вооружениям. Мы не можем один на один бороться с Россией. Поэтому мы говорим партнерам по Будапештскому соглашению, подписантам, гарантировавшим вместе с Россией и Украиной территориальную целостность и суверенитет, ребята, гарантировали, отвечайте за свои слова.